Звенигород, новый микрорайон Южный. Инспекция депутатов округа Владимира Виницкого и Андрея Яцишина. Народная тропа вдоль 12-го дома на Жемчужной улице представляла из себя простую грунтовую дорожку, стихийно возникшую много лет назад. Этим летом муниципальные власти пошли навстречу пожеланиям жителей и заасфальтировали ее. Дорожки в принципе не было, и была проблема, особенно для людей пожилых, с колясками. Грязь, скользко, в общем, проблема была. Теперь, конечно, когда здесь стали что-то делать, сначала я удивился, думаю, что тут еще, может быть, что-то копать будут. Но вот то, что увидел дорогу, очень обрадовался. Пользуясь возможностью прямо поговорить с депутатами, Павел Дронов сразу же делает новое предложение. Есть одно предложение, и, поверьте, оно очень правильное. Здесь вот эта вот часть заливает часто. И вот если вы там не поставите два надолба, сюда будут ездить машины. Местный житель, сам автомобилист, понимает, что есть опасность превращения этой народной тропы в проезжую часть. Надо ограничить въезд. Здесь нужно всего лишь сделать ограничение. Может, это будет какая-то клумбочка красивая. Ну, что-то вот какое-то, да, красивое такое ограничение. И в работу возьмете, короче, замечание. Возьмем в работу. И еще раз большое спасибо жителям, потому что именно благодаря вам здесь все это делается. Бельмом на глазу микрорайона торчит вот этот недострой. Застройщик не смог довести проект до завершения. Надо все сносить. Главная проблема микрорайона Южной и улицы Радужной является недострой. В первую очередь это безопасность детей. Дети могут проникнуть, упасть, разбиться и тому подобное. Вторая, да, для улицы это картинка. Это некрасивая картинка. Проектные работы по сносу 17-этажного здания выполнены. Сейчас будет проводиться конкурс по выбору подрядчика. Дом должны снести до конца года. Беспокоит как бы безопасность самого сноса. Когда он начнется, чтобы это было безопасно и комфортно жителям, чтобы не беспокоили их тут строительные работы, шум. Нужно это делать будет очень аккуратно, желательно быстро. Народные избранники активно общаются с представителем теруправления, обращаются к проходящим мимо местным жителям, делают заметки. Для депутатов округа все проблемы свои. Надо их знать, как говорится, из первых уст. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».